поблизости. Понял, понял. Ёп. Ёп твою медь, а! Всем привет, вы на канале Камералицы, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Far Cry 1. Мне пошла 13-я часть игры под названием «Спасение». А сама миссия называется «Инкубатор». Я желаю всем приятного просмотра. Здесь лежали образцы многих экспериментов. Надеюсь, ничто из этого не вырвалось наружу. Там были и не совсем безопасные штуки прямо. Понял, скажем. Понял тебя, Дойл. Так, наша задача. Пойдитесь туда, где в последний раз видели Валерию. Наконец-таки мы спасем Белл. Ура, супер круто! Блин, миссия это прикольная. Уведи доктора Трейста! Быстрее! Они идут! Мы постараемся их задержать! Даже не пытайся. Давай постараемся, давай попробуем, а? Так, сука, невидимая ниндзя. Как ты мудень, блин. Дима, давай. Так, тут кто? Ага. Я продереблю твою башку. Вот и доктор. Все, докторишка. Отдокторился. Так, вроде бы всех кокнул, кроме того мужика, да? Почему не убить его не могу? Что за... Ну, сука, вроде бы всех кокнул, а? Я пойду быстрых этих толстячков повалю тоже, а? В принципе, хочется как-то, знаете, поразвлекаться, блин, прикольная миссия. Думаю, Вэл не обидится, под меня подождет. Фух, погнали, ребята. Кто первый, правда, из вас, не знаю. Ну, ладненько, пойдем. Так сказать, повеселимся. От души. Ух ты, сука, я хочу я броник взять, я... Нет, так не будем видеть взять, я иди сюда. Давай, давай, толстячок. Я думаю, так никто не делал, кроме меня. Сильно я просто перешли, а. А этих я хочу повалить, даже очень, а. Ах ты, сука, а. Уровень прибора, а. Так, в принципе, видно. Как он злится, капец, он еще так... Сука, капец он злится. Есть. Сука, добавик это вещь, а. А, да, ты мудень. Сука, кстати говоря, тоже камуфляжные штаны, а. Вроде, мне кажется, они раньше были не приватные, блин, а вот эти вот большие именно, и с оружием. Они люди. Обычные люди, а. Так, сука, ты... Ага, ты тоже тут, да? Ну, ладно, давай. Ой. Давай, иди сюда, а. Папочка ждет. Иди, иди, иди. На тебе конфетку, а. Или мяско, что ты там вообще любишь, а. Иди сюда. Иди сюда. Лови подарочки. Опа. Я его немного ранил. Прям два раза попал туда, куда надо. Давай, придурок, иди сюда. Все, сука, есть, я его убил, а. Как спец я его изрешетил, посмотрите. Охереть, да? Фигать у него такая, сука, большая, сука, базука. Рука, руки базуки, у него рука базука. Так, тут у нас что? Тут у нас хер поймешь, да? Оди-ка. Пойдем дальше. Это моя красавица Вэл, наконец-таки. Дождалась спасения, наконец-таки Джек нашел ее. Блин, я же говорю, что в предыдущей серии я так и знал, что в следующем мы ее спасем. А поэтому вот решил и так назвать название. Спасение Вэл. Так, дальше что будет? Не знаю, самому интересно. Ты мой. Ух ты, а тут что у нас? Ух ты, ёб твою мать. Ты в полной заднице, приятно. Так, подарочки. Сука, иди вашу родственник. Так, сука, еще раз, а. Сука, какая слабовуха. Я разнесу все, чего не вижу. Какого черта? Сука, что лучше не пушки, а. Сука, что-то айгены, что-то сука, базучника. Достали, а. Ты ж кого завалит? Бля, меня что, серьезно? Какого хрена? Опа. Блядь, какого хрена меня, сука, ты черная. Ну-ка давай, давай, иди, иди. И покажи мне свою мой. Давай, иди сюда, толстая ты херня. Вот ты, как обычно, победил Димон. Ну, в принципе, другого, и, как сказать, блин, развитие события было не предвидеть. Это было ясно, что Супер Димон всех спасет. Так, у нас получается тут нужна эта фиговина. Ой, кайф, ой, карточка. Пригодится. Так, мой любимый дробовик. Пойдем. Так, ну я думаю, на самом деле, взять эту пушку. А. Пока что. Нам вот, кстати говоря, сюда надо идти. Это он! Отряд Дельта 2 нашел профессора Чада, мы их хорошо прижали в комнате управления. Сука.
Хочешь еще, да? Вот ты твари тупые, не бы со мной бы бить этих мутантов, сука, они вон что делают, а? Муди тупые, а? Не правда твари, а? Так. Ух, погнали. Надеюсь, дальше будет веселее. Так. Правда, не знаю, что ждет, но лучше возьмем вот так вот, а? Так, что у нас тут? Ёп, твою мать! Давай, давай, давай. Вот, думаю, сюда они не зайдут, а? Я, по крайней мере, надеюсь сюда. Я все-таки классное местечко нашел для нычка, да? Ай, прикольно. Сейчас быстренько переключу на бит. Во, Джек, просто огонь. Ну, класс, прикольный. Не нравится, он как персонаж, как герой, и вообще прикольная сама игра. Так, я думаю, мы в правильное направление идем, а? По крайней мере, думаю, да. Потому что стрелочка показывает туда идти. Элитные солдаты Клингера заблокировали проход к лифту, чтобы не допустить прорыв трайкеров. Сука, будет прыгучий, а? Я уже вижу комнату охраны. Или нет комнаты этой охраны. Сука, прыгучая эта тварь. Ух ты, сука. Сука, проекция, блин, а? Видите, да? Да потом поближе, получше рассмотрим ее. Когда этого... Суку, урода убью. Вот. Видите, какая прикольная проекция, а? Получится разные трайгены, пока по крайней мере одного точно. Видите, вот такие опыты проводили на них. Вот, прикольно. Все-таки, видите, какого типа какой-то подопытный опыт такой уже получше. Походу на самый главарь, видите? Тут прикольная проекция, показывает все-таки разных трайгенов. Я же говорю, разных мутантов. Вот, видите, такой всякой, типа с невидимкой, ну, качок, ну, позвучник, скорее всего. Вот, видите, я же говорю, показывает разных, прикольнее, да? Прикольная проекция. Так, я не знаю, нам сюда, не сюда, но надеюсь, что... Ладно, быстренько сейчас соберем патрончики. Тыкушки. Фонарички. А, это обычные работяги были. Работяга обычный был. Я себе, что они его, блин, кокнут, а? Сельский работник, хренов высотник. Так, ладненько, все. Нам, скорее всего, он будет чуть подальше. Правда, не знаю, куда. Но, хренов, ладно. Разберемся по ходу дела. Надеюсь, может сюда? Нет, не сюда, а сюда я пришел. Значит, скорее всего, сюда. Так, что нас тут будет ждать, я не знаю, поэтому включу по НВ. Мне что-то померещил. Ух ты, сука. Ну да, не зря я все-таки по НВ включил. Так, приду, где ты там? Где там померещилось, иди сюда. Ух ты, а вот, сука, инкубатор. Так, фонарик. А вот, получается, инкубатор. Видите, какие-то подопытные. Охренеть, да, сука? Тут, кстати говоря, говорят, типа, есть какой-то специальный, эксклюзивный, типа, такой крутой монстр, типа, главарь. Правда, его, мне кажется, не покажут, а? Но он тут есть. Может, это... Может, возвращение в район будет, а? Там, кстати, такое прикольное дополнение, которое я тоже потом у себя пойду на канале. Правда, конечно, и сейчас, после прохождения, потому что я буду проходить Ассасин, потому что она выиграет в вопросе. Но я пройду. Кстати говоря, ссылка на эту игру по-прежнему в описании. Скачивайте. Игра классная, прикольная и интересная. Текушки. Кстати говоря, перезарядил. Ага. Сука. Сука, перезарядка. Я просто знал, что там будет кто-нибудь полюбить будет. А? Давай, сука, может там кто еще есть, а? Я не знаю. Давай, давай, иди сюда. Еще один инкубатор. Ну давай. Мне уже больше ждалась, а? МП5. Где ты, придурок? Где ты там кутаришь? Справа, ты где? А-а-а. Сука, блин, а? Ну, сучок, а? Мне показалось сначала, что я ему пошку отфигачил. Кстати, какой прикольный инкубатор, да, поближе подойти. Охренеть, да, инкуб... а он же живой. Держит, поддерживает его, эта фигня. Круто. Ничего не скажешь, круто. Блин, а правда вот мороз разработчики,
Покажи, вот 5 ФРК, честно, мне не особо зашел. Третий ни разу не проходил, с большим удовольствием не прочь пройти его. Ой, ой. Сука, перевертыш, а? Сука, это все Кригер, сука. Кригер, ублюдок, бля. Никого Кригера, бля, сука, намутил. Ого, нифига себе его подкинули. Ученого. Так, тут у нас... Она, скорее всего, сюда, да? Вставайся, приятель! Да. Еще раз на Трагинов атакуй! Что? Ты не дорвался! Разберу тебя по костям! Охреново, да? Хрен тебе, да? Жига! Сука, да вы кто жив? Ну да, сука, ты меня надрал задницу, еще как надрал. А сука, охраняли жестко-то ребята его, крутые. Офигеть, я его и защитил. Так, Диаша, о, что это у нас? Надеюсь, это был последний переключатель. Джек, я тоже. Так, патрон у нас мало на боевике, поэтому давайте возьмем пистолет. Кстати, я у него пистол видел. Так, Вова. Кстати, говоря, прикольный, классный пистолет, по крайней мере, раньше был мощный. Сейчас, ну, может, сейчас в этой миссии будет дерьмо. Хрен его. Тут мы были. По-моему, нам где-то отсюда надо, скорее всего, будет пойти. Не в эту дверь. Отсюда мы были. Так. Уже сюда? Нет. Тут мы тоже были. Отсюда мы пока таки пришли, а. Блин, может тут дверь. Ну да. Вау! Ладно, правда, не сразу убил, но убил. Так. Тут всякий пожарный. Перезарядка. Опа-опа! Нихера себе, сука! Какая очереди лучше стрелять, а? Еще одна тварь, а? Ну все, надеюсь, больше никого не будет. Сука, невидимые два его приспешника. Так сказать, Зельда и Мальта. Так, кружки. Ну, почти идем. Вэл, мы скоро придем. Так сказать, Джек, скоро к тебе придет. И поцелует тебя. Нежно, прекрасно. О, какой кайф жизни и аптечки, бля, круто. Так. Да, наша тоже задача. Так, правда, где шипы будет находиться, а? И успеем мы еще спасти ее. И просто правда, игру ни разу до конца не прошел, прям реально ни разу. Честно, не вру. Поэтому я не знаю, спасем мы ВЛ, не спасем, надеюсь, еще таки спасем. А то она такая прикольная. Ёп, раз. Ого, сука. Блин, фаская миссия. Сука, я лучше пока обратно пойду, а? Покидывай, суки! Сейчас, может быть, он кто-то убежит. Охренеть, там целая, сука, бойня идет. Видели? Только, сука, заходишь. Сейчас, сука, мясник встречает. И опять, сука. Так, сейчас с духом соберемся. Погнали! Мы не боимся ничего. Тикай, подписывайся на канал, если делаете видео, ставьте лайки и бла-бла-бла. Думаю, все знаете, я вас на тебя поддержу. Неважно, какие вы игры проходите, играйте в любые игры, или приходите другие, видео снимайте, не без разницы, я все вас поддержу. Так. Ну, отвлекся. Есть. Сука. Нет, надо все-таки... Ух, ёб твою мать. Сука. Когда достали, а? Ну же, сука, еще там чувак будет слева. Сам ты отсоси, будет тут больно. Да, сука. Блин, сука. Это стали тупые у твари, а? В принципе, не перезарядиться. Сейчас, быстренько. Это, сука, да как вы попадаете по мне, а? Понимаю, выключу. Уже тупой ему, не? Сука, надо будет броню себе найти, а? То быть мы его, сука, не спасем. И сейчас сдохнем, а? Такими темпами, а? Вот и сука, а? Какие они серьезные ребята, а? Может, одного убим, ага? Это, конечно. Сука, пистолет, а? Да, сука, это Саша всю жизнь поимеет, а? Тупая тварь. Да сука, ты живущий, а? Не
ебать, сука, патроны пришлось потратить, чтобы его, сука, убить, а? Так, где твой, сука, брат-акробат? Ха-ха, я его, сука, раньше кокнул. Вау, круто. Походу, он, скорее всего, будет сюда идти, а? Так, ладно, я готов ко всему. Что-то он нас не ждал, да? Тебя тут... А, тут вроде бы никого нет, да? Ну да, сука. Так, тут у нас тохлый ученый. Опа, патроны, дробовик. Ракушки, оладушки. Так, дальше еще патроны. Броника, правда, нет. Ладненько, пойдем дальше. Надеюсь, нам сюда. Получи! Опять, сука, невидимые хрена, да? Тут уже, сука, невидимые хрена, а? И куда мне сохранёнка? А, ну, слава богам, хотя бы тут. Чекай, где? А, все, понял. Вот ты где! Блин, не туда. Не туда кинул, а? Сейчас, сука. Куда ты пропал? Ты слышал? Мои глаза! Ага, сука, ну как тебе понравилось, тварь ты-то? Ослепнуть, мудень тупой. Сука, тут кто? Чё здесь, сука, да чё? Вы охренели, что ли? У вас бы так... Ты хера, сука, тупая? Очень много спецназовцев на самом деле, а? Сука, вырублю фонарь. Тянись, пока есть время! Пять? А тут кто, сука? Не знаю, кто, но не все враги меня. Это что, без разницы. Я сделаю как бог, черепах! Ух ты! Сука, прыгучая мудня. Что, прыгает и прыгает, а? Давайте, сука, а? Достали уже, а? Реально. Да, сука, прыгает. Я хочу попадаю, но ничего не понятно. Есть. Я не попадаю уже. О, пердой, где ты? Где ты, правда? Куда ты делся? Да достал ты, правда, сука, прыгайте. Гребаная лягушка. Ну давай, сука, достала. Ну давай, иди сюда. Ты достал, сейчас с тобой были в порядке играть что-нибудь, да? Где ты, сука? Я тут достал реально уже. Бля, эта пушка не подходит, да? Ай, сука, достал меня. Ты что, чем делать, а? Наконец-таки, сука, сдох, мудень, а? Так, сейчас быстренько в жизни соберем. Если кто же тут будет у них, а? Ну, хотя бы аптечки есть. Все. Где у нас тут ступенька, чтобы спуститься? Нам, походу, что-то нам надо сделать. Там, а. Так вот, пойдемся немножечко. Надеюсь, сейчас мы уже точно спасем Вэл, а то пипец, ого, сука, прям в воду упала. Тут какая-то типа лаборатория, опыт, походу, тут, может, их и выращивали. Я застрял. Дойл, мысли есть? Путь к Вэл, похоже, закрыт. Попробуй найти способ затопить помещение с мутагенной камерой и проплыть в другую секцию. Затопить помещение? Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь, Дойл? Ага. Окей, получилось. Отличная работа, Дойл. Прекрасная работа, прекрасная. Так, правда, теперь куда нам? Правильно пойдем, а? Да, я надеюсь, вы правильно направление пойдем. Так, Джек, давай. Джек. Оба-оба. Давай, Джек, смотри, как он прикольно ползет, да? Сюда. Черепашка на ниге. Давай, Джек, маленько. Ладно, пускай попробуем. Давай, Джек, еще немножко. Мы почти подошли к Вэл. Вот, точечка даже показывает, фиолетненькая. Ты еще раньше не заметила. Так, ух ты, сука, я застрял. Так, я понятия не имею, что он будет впереди ждать. Поэтому... Ой, застрял. К чему готовиться, хреново? Ух ты, сука, там стяг, а? Сука, сдохни, мразь, а? Сука,
сука. Есть, сука, сука, сейчас его выстрелить, но все ли в итоге. Я его кокнул. Вэл, я иду. Правда? Вроде бы правильно иду. Вроде бы да. Так, тут у нас переменная. Вот. Почти подошли к Вэл. Ах ты же мудень такой, а. Тут точно невидимая. Давай, сука, иди сюда. Так, ты еще, сука, маленького с собой захватил, да? Так, Вэл. Вэл. Вэл, ты где? Нет, сука, надо быть готовым ко всему, поэтому давайте перезарядимся. Ну давайте, ублюдки, хотите еще получить? Буля, подожди. Плохие новости. Я пытался связаться с кем-нибудь, чтобы вытащить вас отсюда, но возникла проблема. В чем дело, Гарланд? Кригер установил электромагнитное поле, блокирующее все передачи вовне. Мой сигнал тоже блокируется. Придется нам это исправить. Очень скоро я вас подберу. Я смогу доставить вас к источнику этого поля. Отсюда есть второй выход. Я жду вас на катере снаружи. Главный комплекс Кригера там неподалеку. Может быть, если подумать, я найду способ накрыть там все. Делай, что хочешь, но как только поле исчезнет, я вас покидаю. Мне за это дерьмо даже не платят. Джай, Джек, я с тобой полностью согласен, а? Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. 13-я часть под названием... Спасение Вэл завершено. Увидимся в новой части. Всем не болейте, не скучайте. И самое главное, всем пока-пока. Ладно, самое главное, не болейте. А пока это просто, ну вы знаете. Спасибо всем огромное за просмотр.